дуэт, девчонки. Вау! Всем здравствуйте. Мы сестры Мантулины. И в ближайшие 3 минуты мы будем делать то, без чего не видим своей жизни. Они как-то пели кавер на мою песню. Я делала конкурс. Здорово поют, девчонки, да. Во-первых, и красивенькие. Во-первых, красивые. Во-вторых, сразу видно, что опытные, да? Опытные, вообще, да. Вообще не доля волнения. Вот, да. По крайней мере, одной из них точно не вижу. Спасибо. Девчонки, привет, какие вы красивые, стильные. Вы где? Это я, ваш голос в голове. Давайте посмотрим, сколько баллов набрались сестры Мантулины. Сестры Мантулины набирают 85 голосов, а я стою с финалисткой суперсезона Сарпи Абкарян. Давайте поаплодируем, друзья. Девчонки, вы мне очень нравитесь, вы очень стильные, классные, первыми. Начинать всегда безумно страшно. Я начинала в 3-м сезоне первой открывать огромный финал из 17 человек. Это было безумно страшно. Вы очень красивые, у вас все слаженно звучало. Вы молодцы. Уверена, что у вас большое будущее. Вот. Спасибо, очень приятно. И чисто по-сестрински, конечно же, женщина должна поддерживать другую женщину. Ну, спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, тебе нужен мужской взгляд восхищения. Максим? Когда девушки выступали, я понял, что у меня никогда не было с двумя девушками трио. Я про дуэт, а вы про что? Ты просто молодой. Ну, наверное. И смотришь на мир в розовых очках. Ты в курсе? Наверное, да, темные, что ли? Я сниму их. Вы великолепно выступили. Мне очень понравилось, во-первых,
как вы выглядите. И, конечно, голоса звучали великолепно. Я уверен, что вы можете нам еще столько всего показать сегодня, ну и в дальнейшем. Я надеюсь, что трио со мной. Спасибо. Договорились. Наконец-то состоится. Ну что ж, у нас на стене есть молодые, дерзкие, яркие эксперты. Яна, какая ты роскошная. Боже, какая шляпа шикарная. Какая юбка. Я только в конце встала. Да, я заметил. Ты сидела долго. Да, я думала. Потом я увидел, что ты посмотрела, увидела, что стою я, и подумала, господи, сейчас опять в красном квадрате останусь, Басков подойдет. Да, немножечко да. На самом деле я хотела сказать, что я больше не буду себе врать. Несколько раз я вставала на протяжении этих выпусков, потому что я боялась, что вы наброситесь на меня, потому что я якобы новенькая и так далее. Но теперь я не новенькая, немножечко... не путай, боялась и хотела. Я сказала себе, что теперь я буду полностью честна, поэтому сейчас я честно скажу, что мне не очень нравится ваша авторская музыка, но мне очень понравилось, как вы исполните кавера. Я настолько сильно изменила свое мнение и поняла, что вам просто нужен хороший автор, что вы на самом деле классные, и мне нравится, что у вас личный бренд, что вы всегда в сером, вы такие целостные. В общем, я вас наконец-то смогла влюбиться, потому что до этого у меня любви не было к вам. Они реально добиваются. Да, я знаю. Поэтому спасибо вам большое, девочки, что вы боретесь за музыку, за свою карьеру, и что вы показываете себя и развиваетесь. Спасибо за честность. Кого ты боялась, Яна, кстати, когда ты не вставала? Мне интересно просто, кого ты... Мы все такие добрые здесь. Кого ты боишься? Кто там на тебя может накричать, а? Интересно. Ты кого-то конкретно имела в виду? Ну, просто мне интересно так сейчас прозвучало. Я боялась не вставать, вставала. Просто мне интересно, кто же этот человек, кто может накричать? У нас все очень добрые, особенно к новичкам. Правда? Не знаю, про кого говорить. Имя, зовите. Сергей, судя по твоему пиджаку, ты пророс вон. Да, я поддерживаю. Раскидали о себе знать в твоей голове. Да. Сегодня будем тебя пожинать. Линочка, привет. Ты от сглаза все булавки надела, да, которые только возможно. Все-таки знаешь, что такое стена. Ты рядом будешь стоять, понятное дело. Да. А здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Я просто хочу сказать, что в вашем выступлении полностью отсутствовало впечатление, что это конкурс, и это самое ценное. Я как будто была на вашем концерте, у меня были мурашки. Обычно мурашки, знаете, когда какие-то мега-высокие ноты, приемы. У вас этого не было, но была душа. Как-то там были высокие ноты. Ну нет, ну знаете, это было не про спорт. Это было очень про музыку, искренность, душу и свободу на сцене. И это очаровывает. Спасибо большое. Спасибо. Передайте микрофон Алине Яровой. Хотим послушать экспертов, которые не поднялись. Хочу сказать, что у вас совершенно обалденная аранжировка, и то, как вы интерпретировали эту песню, я бы, наверное, встала, если бы у меня не было постоянного ощущения того, что это такая музыка для фона, для лаунжа, типа «Кафе Дель Мар», «Romantic Collection». Вот для меня это не было песней для концерта. И уж тем более не для конкурса. Вы классные девчонки, но в этом конкурсе вы меня не впечатлили. Спасибо большое, спасибо. Линочка. Ну что ж, наша неповторимая, роскошная Алсу, тебе слово. Дорогие девочки, я вас помню. Несколько лет назад вы сделали совершенно замечательный кавер на мою песню «Не молчи». Это был один из моих фаворитов из всех. Спасибо. И в этот раз меня очень порадовали. И я, может быть, соглашусь по поводу того, что не на 100% конкурсное было выступление, в том смысле, что вы не раскрыли на 100% ваши изумительные голоса. Я имею в виду диапазон. Тембр мы слышали, это было потрясающе, волшебно. У меня мурашки были. Мне нравится, что у вас есть свой стиль, что песня прозвучала не как караоке, а вот именно в вашей стильной такой авторской интерпретации. Спасибо. Спасибо вам огромное. Так ну приятно. И лидер Сонни и Сергей Лазарев. Я скажу честно, что выступление было очень сильным, но достаточно холодным. Я считаю, что вместе вы спели лучше, чем по отдельности. По отдельности вы немножко потерялись. Как только начинали друг друга поддерживать, петь вдвоем, то сразу все вставало на свои места. Но все равно по-прежнему считаю, что да, для этой песни конкретно, может быть, подходит, и в рамках этого выступления конкретно я нажал на кнопку. Такое ощущение, как будто вот отсюда ничего не идет. Все вот здесь заканчивается. Очень классно, профессионально, стильно, но... Стильно слово доминирует. Хочется, чтобы чуть-чуть больше в этом стиле было музыки, вас и еще души и вот какого-то полета. Спасибо.
Сестры Мантулины получают 85 голосов и первым классом залетают в тройку лидеров. Поздравляю вас!